как сквозь землю. Надо же! Что-то еще?
Ну, не буду отвлекать. Знаю, вы страдаете. Пали духом. Мои слова не в силах это исправить. Но скажу одно. Братья, мы все отданы на милость. Уйдите, пожалуйста. Братья, мы все отданы на милость. Я занят. Но у нас хотя бы есть где укрыться. Пытаюсь надраться. Место, где можно поесть, поспать и набраться сил. И после начать сначала. Это тут настоящий праздник, да? Здравствуй, Хави. Тебе удалось пробиться через толпу? Ладно уж, пусть радуются. Вот, скромный дар за мое спасение. Спасибо, это мне пригодится. Пойду-ка я, пожалуй, поучаствую в праздничном, чем бы оно там ни было. Удачи тебе, Хави. Ну что, ты наконец-то согрелся? А, я надеялся, что ты зайдешь к нам. И раз я наконец-то могу вымолвить пару слов, не стуча зубами, спасибо. Без тебя я замерз бы насмерть. Держи. К сожалению, награда не слишком достойная, но больше у меня нет. Она точно мне пригодится. Спасибо. Славное местечко. Тут меньше стреляют. Хави, как тебе наше уютное убежище? Посмотри, это тебе в благодарность за спасение. Да, здесь легко позабыть о бедах снаружи. Спасибо, твой дар мне пригодится. Thank you.
А что там, Рик? Пока ни слова. Значит, я... Thank you.
Что-то стряслось? Ковальня, где мастера Дверги ковали свои творения. Сыны Ивальди создали три дара для Локи, но тот желал большего и пошел к их соперникам, Синдре и Броку. Он бился об заклад, что им не превзойти сынов Ивальди.
Победив, он получил бы дары. Проиграв, лишился бы головы. Но Локи даже не собирался играть честно. Он обернулся слепнем и принялся изо всех сил кусать Брока, надеясь его отвлечь. Но Брок не дрогнул, и дверги создали чудо. Живой металлический вепрь, что светился во тьме, а бегал быстрее любого коня. Гуленбурсти. Thank you.
Что видишь, Сюнин?
Рисуй указатели к убежищу. Артельфахейм посмотрит. А что жизнью надо рисковать, так это мелочи. Если задуматься, может... Да! Что подкрадываешься, ледяная тварь? Не в этот раз, йотун! Этот путь приведет меня в убежище. Дверги оставили здесь свой знак. Дверги прячут свои тропы у всех на виду. Йотун, ты меня не обманешь своими превращениями, даже с такой рожей. Эй, стой на месте! Я не йотун, сморчок ты эдакий. Куда он делся? И как мне отсюда выбраться? Кончились твои ловушки? Покажись! Не то Хави, владыка Асгарда, тебя не пощадит! Владыка Асгарда? Куда? А я Хреймар, воскресший король двергов! Плохо стараешься, йотун! Тише, что-то не так. Горю!
Эй, Йотун, сейчас согреешься! Ах ты, мелкая дрянь! Вот и встретились. Что? Да как? Ни один йотун не выбирался из моих ловушек. Ой-ой-ой, ты и правда не йотун, да? А значит, ты... Да, я владыка Асгарда. Я не в настроении для таких шуточек. Хоть и признаю, ты смог меня удивить. Ты провел меня, пусть и ненадолго. Многие пытались, но мало кому это удалось. И мало кто это пережил. Кто ты, Тверк? Меня зовут Банкси. Раньше я был художником. Пара умников решила, что я должен рисовать знаки, ведущие к убежищам. Так я и нашел пустое убежище. Подумал, отличное место, чтобы отомстить йотанам и слегка их проучить. Признаю, не самый действенный способ. Но любая дорога начинается с первого шага. И в голову не пришло, что моя ловушка может привлечь асов. Честное слово. Ты привлек только мое любопытство и заслужил капельку уважения. Тогда позволь спросить, что пошло не так? Где я допустил ошибку? Мне нечего сказать. Но ты должен смотреть в глаза жертве, да и знать, кто ее перехитрил. Ах да, я должен подойти к тому, кто гораздо крупнее и очень хочет меня убить. Какая замечательная мысль. Я не воин и не могу сражаться. Я могу ответить лишь ловушками. Все, что у меня есть, это убежище, мой ум и мой гнев. А что еще нужно? Славные охоты, Банкси. И тебе.